Появление каждой цветной иллюстрации, оно столько нового открывает в сказочном мире. Вот нового, необычайного, сказочного, еще больше, наверное, как-то, знаете, помогая ощутить, насколько он сказочный, насколько все в нем очень-очень необычайно. Каждый выход, каждая иллюстрация, он открывает эти сказочные просторы, он еще выше и выше поднимает туда, вот, о чем сказочный мир? Что он нам дарит, что в этих сказках проявляется. И интересно, благодаря этой иллюстрации ощутилось прям, что она утончает восприятие самой песни. Вот те необычайные просторы, то, что мы узнаем о сказке нового, благодаря цвету, благодаря сюжету, да, вот герои, то, что мы видим на иллюстрации, я прям как это... Ты понимаешь, что ты есть возможность услышать песню по-новому, вот, исходя из того понимания, которое открывает, из того состояния, которое открывает нам иллюстрация. То есть приложение к песне, оно прям вот вносит новую струю восприятия, вот так утончая, наверное, его, возвышая, казалось бы, знакомую песню, но глядя на иллюстрацию и слушая ее, ты понимаешь, что... Ты, по сути, очень мало что о ней знал, несмотря на то, что много-много раз ее слышал. И очень хочется еще сказать, вот потрясает просто качество, с которым проявляется свет сказочного мира благодаря этой открытке. Во-первых, от нее ощущение, что она прям светится. Вот свет, солнца самого нет на открытке, а именно свет вот проявлен через насыщенность цветов, через их чистоту. Вот полное ощущение встречи с таким солнечным лучом, солнечным током. Благодаря открытке. И просто каждый ее фрагмент, он, вот слово «качество» почему-то очень ярко восхищает, очень ярко загорается. Просто качество того, как это прорисовано. Даже, знаете, не прорисовано, оно словно вот проявлено. Это просто завораживает и потрясает. Как это красиво. И надпись «Новый день». Шрифт уже знакомый нам благодаря песне и цвет, благодаря песням «Прекрасный день». Но открытка вся, она вот дарит ощущение движения и действия, и ощущение, что это не просто звездочки, которые украшают эту надпись, а они вот прям словно загораются на этой надписи. Вот как бы, знаете, они еще так расположены, что одна ближе, одна дальше. От них ощущение прям вот звездного такого сияния, которое исходит от нового дня. И, конечно, узор этого сказочного героя. Он просто вот встречаешься с какой-то небесной добротой, любовью. Смотришь в его взор и понимаешь, что встречаешься с чем-то настолько сказочным, настолько прекрасным. Таким признательностью сердце наполняется за возможность прикоснуться к такому явлению, которое дарит эта песня-сказка, дарит, проявляет, делает для нас явным, очевидным цветная иллюстрация. И это вот я понимаю, что только первое прикосновение, что вот огромное количество сказочных загадок, сказочных подсказок содержит она в себе. Вот ощущение, что какой-то драгоценной жемчужины сияющей, когда держишь ее в руках. И проявление чего-то совершенно небывалого. Потрясает, что, с одной стороны, открытка, иллюстрация, она прям вносит нам новые знания, вот очень конкретно, да, мы видим этого героя, видим это действие, которое совершается. И как бы, может, как раз, да, благодаря тому, что видим это конкретное, открывается прям такая неведомая полоса, как-то не то, что полоса, а горизонты, что ли, познания этой сказки. Потрясающе просто.